Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Государство снова грозится навести порядок в сфере такси. Речь идет о создании в ближайшем будущем федеральной базы извозчиков. А притворять эту задумку в жизнь начнут с Москвы. Там службы такси и агрегаторы хотят обязать передавать властям так называемые цифровые профили таксистов. Они будут включать в себя личные данные водителей, реквизиты их документов, наличие техосмотра, прохождение медицинского осмотра и так далее. Трасса 101. Из-за стремительного роста цен на автомобили в этом году на вторичном рынке сложилась любопытная ситуация. Некоторые модели, купленные новыми 2 года назад, сейчас можно продать дороже, если, конечно, состояние хорошее. Например, сообщает издание «Автосреда», это относится к Volkswagen Tiguan и Toyota Camry. Кроме того, сильнее всего за последние месяцы увеличилась стоимость подержанных Ford Focus, Nissan Qashqai, Renault Duster, Mitsubishi Outlander и других. Трасса 101. Любой житель Кирова может обратиться в ГИБДД и пожаловаться на нарушителей правил дорожного движения. Для этого надо предоставить фото или видеоматериалы. Именно так в этом году поступили почти 1000 жителей региона, информирует госавтоинспекция. В большинстве случаев нарушители были наказаны. Кроме того, по сигналам граждан, не являющихся участниками общественных движений, полицейские задержали более 100 нетрезвых водителей или водителей, которые отказались от теста на алкоголь. Трасса 101. Volkswagen представил новый компактный кроссовер Taos, стоящий на ступеньку ниже Tiguan. Продаваться автомобиль, как ожидается, будет и в России. Точные сроки и стоимость пока неизвестны. Машина оснащается 1,5-литровым бензиновым турбированным мотором мощностью 160 лошадиных сил. Привод передний либо полный, трансмиссия автомат либо робот. Среди опций цифровая приборная панель, беспроводная зарядка для смартфона, мультимедийная система с большим тачскрином. Трасса 101. А «Шкода» тестирует мобильное приложение, с помощью которого можно определить те или иные неисправности в автомобиле. В основу разработки лег искусственный интеллект. Программа сравнивает звук, издаваемый, например, трансмиссией, кондиционером или рулевым управлением, с файлами, загруженными в ее память. Если есть отклонение, значит, узел надо ремонтировать. Компания таким образом надеется ускорить процесс технического обслуживания авто. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.